торжественной линейке более 300 студентов. Многие уже достигли избирательного возраста. Хотя педагоги уверены, политическую грамотность и активную гражданскую позицию нужно формировать еще раньше. Достижению совершеннолетия молодежь должна осознавать важность принятия участия в судьбе своей страны и чувствовать ответственность. Об этом сегодня говорили педагоги, общественные деятели и молодежный актив города. 18 марта я приду на избирательный участок. Проголосую, приведу своих родственников, знакомых. Приглашаю вас, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, прийти на избирательные участки 18 марта и проголосовать. Мы вас верим. Горжусь своим народом, своей страной и своим правительством за то, что они дали мне возможность бесплатно обучаться, а также развиваться. И я рад, что у меня есть такая возможность быть нужным и полезным своей стране и народу. Я хочу, чтобы каждый из вас подошел очень серьезно к этому делу, задумался и сделал правильный выбор. Молодежь – самая активная, динамичная и прогрессивная часть общества. Однако, что касается политики, она, как показывают опросы прошлых лет, занимает пассивную позицию. Сейчас эта ситуация меняется. Студенты сами хотят принимать участие в формировании будущего своей страны. Я пойду голосовать, потому что это мой долг – выбрать будущее Родины своей, выбрать будущее страны и сделать это правильно. Патриот своей страны, я уважаю выбор каждого и собираюсь проголосовать, отдать свой голос за правильного человека. Это наш гражданский долг, я патриот своей страны, и я считаю, что каждый человек должен отдавать стране так же, как и страна отдает ему. 18 марта в Анапе и районе будут работать 75 избирательных участков. Воспользоваться своим правом голоса сможет каждый. И каждый должен осознавать, что, возможно, его голос и станет решающим. Руслан Душевский, Анапа регион.